29 мая 2015 года прошел спортивный праздник «Герценовское кольцо». Он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На церемонии открытия праздника заведующий кафедрой физической культуры Виталий Кунарев рапортовал ректору Герценовского университета Валерию Соломину о спортивных достижениях вуза. В своем приветствии ректор отметил, что проведение таких спортивных праздников стало доброй традицией. Замечательный, прекрасный день! Замечательный праздник. Праздник, посвященный 70-летию Великой Победы нашей страны в Отечественной войне. Всем большое спасибо за то, что мы вместе, за то, что мы здесь, за то, что мы прославляем наш любимый Герценовский университет, за то, что мы любим наш замечательный город и будем здесь жить, учиться, радоваться и добиваться спортивных успехов. На празднике состоялись соревнования по легкой атлетике. Показательные выступления представили сборная Герценовского университета по художественной гимнастике, творческий коллектив Института детства по аэробике, сборная по черлидингу и сборная Института музыки, театра и хореографии. В заключении спортивного праздника «Герценовское кольцо» состоялся матч по мини-футболу между командой администрации Герценовского университета и командой Совета обучающихся.